Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать об одном приспособлении, которое я использую при ремонте светодиодных ламп, а конкретно для проверки светодиодов. Вот оно, это приспособление. Состоит оно из двух шприцов, соединенных между собой проводом. В этом шприце находится батарейка на 12 вольт. Вот. Здесь сделан контакт, который соединяется с иголкой. Здесь плюс батарейки находится. А в поршне тоже сделан контакт, провод от которого идет к следующему, к другому шприцу и соединяется с иголкой. Теперь покажу, как работает это приспособление, как им пользоваться. Вот. Берем светодиодную лампу и этим приспособлением легко проверить светодиоды и найти неисправный светодиод. Здесь, кстати, светодиоды у этой лампы на 9 вольт. Вот так осуществляется работа этим приспособлением для проверки и выявления неисправных светодиодов. Этим приспособлением можно проверять также и низковольтовые светодиоды, 3 и 6 вольтовые. Вот у меня сейчас лежит на столе 3-вольтовый светодиод. Светодиод исправен. Ну вот и все. Вот такое замечательное приспособление вы можете изготовить для ремонта светодиодных ламп. И все. Благодарю за внимание.